Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня продолжаем проходить Hustle Castle. Так, победа за нами. 21-44 уровень получают у меня бойцы, это замечательно, в принципе. Так, что у нас тут? Деньжата, отлично, яблочки, шикарно. Ну, маны, как всегда, у нас завались. Что с дробишками? Ну, так себе. Так, плотнички у меня по 9 уровню получают. Один день, один час у меня осталось до апа моей казармы. Так что это хорошо, ребята. Будем потом с пятером бегать. Ну что, Василий, давай-ка мы тебя, наверное, немножечко прошуршим. Да, ребят, я думаю, мы вполне справимся. Так что приступим. Ну, начали мы вроде бы неплохо. Так что должны, по идее, разбомбить. Хотя, смотрите, воин стоит упертый, сейчас его рисанут. Так оно и есть. Нам главное сейчас забомбить его хилов и ресальщиков, и тогда все будет у нас нормально. Так, сейчас рисанут, отлично. Ну, жизни-то уменьшается, а хила у них нет, ребята. Поэтому сейчас они всей толпой и упадут у меня. Так, он еще один рез сделал, и это был его последний воскрешательный момент. Все, падает. И, ребята, получаем мы с вами сколько? 100 штук и 42 тысячи дерева. Ну, я считаю, что это шикарно, ребята. Такими темпами, скорее всего, мы с вами на что-нибудь хорошее накопим. Так, деньжатки, улыбочки и яблочки. Главное, что у меня много яблок. Это хорошо. Можно будет нам с вами побегать по карте без проблем. Так, давай быстрее у меня там отхиливайся. И нас ждут великие дела. Можно и так назвать. Так, все, он у меня уже практически готов. Так, кого бы, ребята, взять бы нам, а с вами? На какой карте? Так, ну что, давайте здесь глянем. Зига. Зиг-зиг. 16-30, это все не то. Давайте покрупнее кого-нибудь. Вот, вот это уже самое, как говорится, подходящее для нас. И, в принципе, должны его тоже разбомбить. Хотя у него, смотрите, уже на мосту что? У него на мосту уже прапана это, как ее там, расщелина. Как это там называется, я уже не помню. Так, ну что, толстяк упал. И тут осталось всего два мага. Ага, рисанул жирного. Ладно, придется опять на него переключиться и завалить его. Так, этого мы сейчас роняем. И лучник, естественно, падает от дуновения ветерка. И опять же получаем 100 тысяч и 42 тысячи дерева. Прям как на дрожжах растем, ребята. Сейчас мы такими темпами, если дальше пойдет, быстренько накопим определенную сумму. Так, выставляем магию нам. И точно такую же делаем взамен. Так, и фаербол. Все, отличненько у нас. Деньжатки, яблочки. Так. Спасибо, ребята, вам за подарки. Огромный респект. И я вам отправляю тоже. Ну что же, закончили мы с подарочками. Будем вскрывать... Ну-ну-ну-ну, хорош, хорош. Будем вскрывать сундучки. Так. Ресурсики, нормально. Ресурсы сейчас нам нужны. О, даже бронька выпала. На мага, 44 уровня. Ну, в принципе, хорошо. Так, здесь у нас что? Опять ресурсы, ну и с этого, наверное, просто ресурсы выпадут. Да, только довольно прилично. Так, ну что ж, наверное, нам пора, ребята, с вами опять идти и кого-нибудь мучить. Так, давайте определимся. Старый мудак, ну что же, ты сам напросился? Ну, думаю, вполне, вполне сгодится. Давайте приступим. У него кто тут? Ага, дагерщик. И два мага, причем один из них ресальщик, да? Можно и так определить уже, как говорится, невооруженным взглядом. Но долго они здесь, ребята, не повоюют. Смотри, как лихо они его резают. Толстый, да упади ты уже, у меня ножи-то все равно круче, куда ты там? Против меня-то батон свой крошишь. Ляг, упади. Так, и еще один остался, все, он готов. И опять же мы получаем 100 штук и 42 500. Почему-то какая-то стандартная сумма 42 500. Хм, я про дерево. Ух, ребятушки, неужели орки? Да-да-да-да. Это хорошо. Ну что же, давайте их тогда фармить. Зачем такую халяву пропускать? Только лишь магию возьмем с собой.
Хотя я на них не буду тратить, но чтобы у нас за этот момент она хотя бы уже начала строиться. Отлично, погнали. Да, это ерунда, что у меня там не полностью восстановленные. Сейчас все будет на мази, ребята. Так, первый у нас упал. Вот, давайте в толпучку прям туда, маги. Вот. Самое то, что надо. И, как обычно, арбалетчик у нас падает. Все, сундук наш. И того у нас... А, того у нас один сундук. Я же тебе уже вскрыл. Так, давай-ка сюда иди лечись. И вроде бы не ты. Вот этот, иди сюда, пухлый, тоже подлечись маленько. Так, 709 тысяч, открываем сундучок. Как обычно, ресурсы, да? Угу. Кто там опять напал? Каспер или крыса? Каспер нас навестил, родной. Ха-ха. С яблоками все у нас шикарно, ребята. Так. Надо, знаете что, ребята? Что я вот думаю, на что бы нам накопить-то? Бабло. По-моему, пора тронный зал делать. Ну, знаете, в чем проблема, ребят? Накопить-то мы накопим, но работяг-то у меня нету, которые будут заниматься этим делом. У меня здесь один день, 3 часа. И там тоже где-то день 20. Почти 2 часа, ой, 2 суток. Так что я даже не знаю, стоит ли вообще их копить. Ну да ладно, как говорится, на потом накопим, чтоб голова не болела. Так, давайте этих разбомбим. Сундуки, как говорится, сейчас отфармим полностью, чтобы голова уже не болела этим делом. И уже будем фармить понемножку игроков. Так, отлично, упали ребята. И арбалетчик, точнее лучник, тоже падает. Тут как пить дать упадет. Так, замечательно. Ну что же, возвращаемся и открываем сундук. И посмотрим, что из него выпадет. Так, иди лечись. Так, и сундучочек наш родной. Что дает? Ага, ресурсы, ладно. Все у нас хорошо. Кстати, да, ребята, надо кое-что нам с вами здесь разобрать. Потому что хлаба у меня дофига. И я думаю, что надо что-то подчикать. Вот только что. Надо, наверное, и посохи, в принципе, их очень много у меня. 316, да? Наносит врагу 2355. Ага, наверное, вот это надо разобрать. Пускай оно и редкое, но слабенькое. Так, и вот это разбираем. Так, вроде бы по посохам пока все. Булаву можно было бы. Давайте, наверное, я не знаю, вот этот вот топорик. Или вот эту булаву точно можно разобрать, ребят. Давайте ее разбираем. Так, отличненько. Что еще можно? Ну, вроде бы как и все. А нет, можно, в принципе, знаете что, ребят? Кольца. Так, вот это, я думаю, не нужно нам. Это тоже разбираем. Амулет тем более. Так. Это я не знаю. Блин, 2 кольца. Сковородка пригодится еще. Это колечко, естественно, тоже нам пригодится. Ну что, наверное, пока все на этом, ребята, хорош. Немножко поразбивали, получили прогресс. Сундучок, естественно. Так, а почему у меня 40-й уровень стоит здесь и не качается, а, ребята? Вот это, по-моему, глупейшая ошибка, вам не кажется? Тут 21-й. Так, давайте их поменяем местами. Иди сюда. Так, а ты у меня иди качайся. Как-то странно он у меня стоит и рубит дрова вместо того, чтобы качаться. Интересно. Так, забираем сундучок свой. И сейчас мы его с вами вскроем. Ну что, пухлый у меня вылечился. Давай, родной, возвращайся. Так, 224, да? А у меня есть еще на него, нет? Блин, 6-го уровня. Ага, балалайка. Ладно, пускай пока он так стоит. Ну-ка, а у тебя? У тебя там все нормально. Так же, как и у этого. Да, особо сильно тут, ребята, не повыставляешь. Скоро они получат у меня 10-й уровень, и это замечательно. Я смогу им поставить топорики, уже покруче которые. Так, что у нас здесь выпадает? О, ребята, посох. Ага, 3000 урона врагу наносит. Плюс 560 урона в секунду. Нормально. Так, ну что тут у нас? Руслан.
100 тысяч имеет и опять 42 500 дерева. Давайте его разберем. Деньги и дерево сейчас нам нужно. Я бы даже сказал не так. Я бы сказал, нам нужно на потом, на запас. Потому что в данный момент мы с ними ничего не сможем сделать. Смотрите-ка, а? Пухлый-то держится? Нет, упал все-таки. Я уже думал, будет стоять. Так, давайте этих потихоньку разбомбим. Че, неужели нету реса, ребята, у них? Печальные тогда у них дела, ребята, печально. Они думали, что они отхилят своего главного, но не тут-то было. Ха-ха. Считай, на халяву мы получили все это дело, ребята. И меня это радует. И у нас уже сколько? Ё-моё. 423 тысячи дерева. И почти куда ты побежал, а? Я ж тебе сюда ставил. И 835 тысяч золота. Так, знаете что, ребят, давайте-ка мы кое-что сделаем. Магам поставим броньки. Магические, естественно. Так, вот эту, наверное, будет... Не, вот это вот самое то. И посмотрим, как они будут себя вести в своей родной одежде. Так, ты у меня хилка. Тебе надо тоже что-то влепить такого. Тем более, ты у меня 44 уровня. Как раз для тебя вот эта броня, наверное, и подойдет. Отлично. И еще остался у меня один маг 42 уровня. Интересно, на него бронька-то найдется, нет? Вполне, ребята, вполне нашлась. И давайте ее, наверное, оденем. Все, вроде бы с этими смагами мы разобрались. Посмотрим, как они будут себя вести в бою. Будет ли существенная прибавка и будут ли они хорошо стоять в этих броньках. Это, как говорится, я сейчас буду делать эксперимент. Так, давайте кого-нибудь выберем. О, Сашок. Сашок как раз 100 штук и опять 42 тысячи дерева. Как раз то, что нам надо. Так, и фаербольчик. Отлично. Так, делаем разведку. 91 тысяча. Да, в мощах я, конечно, очень сильно потерял. Но посмотрим, что из этого получится у нас, ребят. Так, ну, вроде бы пока нормально. Пухлый уже почти упал. Отлично, второго. Ну, как сказать, ребята. Пока по магам никто не бьет, вроде бы нормально получается. Но здесь у него такая компашка, как сами видите. Два воина и два мага. Это еще ни о чем не говорит. Вообще не показатель. Так, ну деньги и дерево мы зато получили. Я так скоро и до миллиона доберусь. Почти добрался. Сейчас мы еще этот сундучок с вами вскроем. И вообще будет все замечательно. Так, они у меня все немножечко покоцаны. Совсем капельку. Так что придется их всех сюда отправить. Ну, а мы посмотрим, что отсюда выпадет. Ну-ка. Ага. Для казначея, ребята. 12 уровня. Блин, а у меня есть такие казначеи? Я уже и не помню. Так, давайте глянем. Так, ты у меня 14 уровня. Так. 8-го, 14-го. И опять 8-го. А-а. Так, 360. Ну-ка, давайте посмотрим. У меня там бронька на 12 уровень. 462. Так, ладно. Вот этому мы ставим эту броню, естественно. Потому что она самая то для него. А уже вот эту 360 будем сейчас примерять. Можно, в принципе, 306. Ну уж что-то вообще слабенькое. Давай-ка мы тебе поменяем. Так, одевай. Считай, на 54 очка больше получаешь. Так, ну и вроде бы все, ребята, да? Больше у меня никому не поставишь. Потому что там броня лучше, чем которую я снял. Так, моя малышня отхилилась. Возвращаем ее в казармочку. Давай, пухлый, быстрее шевели булками. И пойдем дальше с вами на карту. Так, у меня еще одно вторжение, но этим мы чуть-чуть попозже займемся. Да елки-палки, что за стандартные суммы, а? Ну, давайте попробуем, попробуем, как говорится. Ну, здесь, ребят, смотрите, здесь даггер, два мага. Да что за фигня, почему мой встал где-то на полпути? Очень странно, что его так сбило с толку. А это очень плохо, ребят, знаете почему? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже мой фаербол тут не помог. Ёлки-палки, он переключился на моих магов. А они у меня в легкой броне стоят. Ой-ой-ой, как он их быстро разбирает. Черт тебя подери. Даже каменная кожа не спасает.
Йоу, давай пухлого, пухлого резайте. Маги, резайте пухлого. Нет. Нет, вот это, конечно, глупость была с моей стороны. Все. Вы смотрите-ка, а, ребят, какой нежданчик прилетел. А я знаю, в принципе, из-за чего все это получилось. Из-за того, что я их поставил в магическую броню. Если бы они все были бы в тяже, поверьте, никто бы не упал бы у меня. Ну что же, хорошо. Он меня победил, но сейчас я сделаю немножко по-другому. Да-да-да, Дональд, я понял, что нам надо там улучшиться. Давайте этих ребят ставим всех на отхил. И я им сейчас просто-напросто одену тяж. Всем тяжелые шмотки. И, как говорится, опять же пойду на него и проверю. Так, я уже забыл, какие у вас там стояли одежонки. Ну, так, 44-й, отлично. Так, тебе все нормально. Тебе, что тебе влепить? Давай вот эту носи. И последнему осталось вот эту влепим. Так, все шикарно, пускай они у меня, ребята, стоят здесь, отхиливаются по полной программе. И я опять попробую напасть на того же игрока. Ну и, как говорится, посмотрим. Если упаду, то признаюсь, что он силен. Если же нет, то в этом была только моя ошибка. Так, а что у меня этот бегает там 40 уровня, не качается, а? Ах ты, ядрить его на корень, ребята. Он же слабенький, он может только до 40 уровня прокачиваться. Блин, придется мне ставить обратно. Кто у меня там стоял? Ага, по-моему, вот этот, 21 уровня, да, если я не ошибаюсь. Так, этот у меня что? 9-го? Значит, у меня больше нет таких мощных ребят. Да, получается? Я даже не знаю, придется обратно тогда его ставить, пускай качается. Зря только отрывал его от дела. А тебя иди сюда, добывай дрова. Так, а у вас тут какие? 13-й? Нет, это все не то. Хилички. Так, у кулинаров как дела обстоят? 14-й максимальный, что ли, получается? 16. Ага, 16-й уровень воина. Ну, это никуда не годится. Так, а мои тем временем ребятушки выхилились. Так, давайте их возвращать в казарму. Так, давай первый, второй пошел. Третий. И четвертый. И пойдем, ребята, попробуем напасть на Кейна. И посмотрим, оправдались мои ожидания или нет. Так, готовим. Причем сейчас у меня, ребята, даже магии нету. В тот раз была. Так, давайте глядеть. Так, понеслась. Ну, что сказать, пока вроде бы нормально идем. Так, маги мои жарят. Причем я заметил, что они в тяже. Магии бьют не настолько и хуже, чем в магической броне. Даже, наверное, эффективнее даже. Так, ну что, смотрите, вот вам и пример, ребята. Все, я его разобрал практически вообще без проблем. Значит, все-таки, да, была моя ошибка, что я их одел. Что я им одел магическую броню всем. Они и в тяже неплохо справляются. Так, тем более только один пойдет сейчас отхиливаться. Хе-хе, это мой главный. Отлично. Так, что у нас там по деньгам? Ну, уже 1 000 000 я заработал. 511 тысяч дерева. Да, единственное, чего не хватает, это рабочих рук, которые могли бы мне сейчас, в данный момент, приступить делать тронный зал. Так, ну что, подождем, пока он у меня отхилится. Осталось тут всего маленько. У меня еще одно вторжение, как я уже говорил. Так, мы его сейчас обязательно разбомбим. Осталось совсем немножечко подождать. Так, давай, вот еще капелька. Все, возвращаемся на базу. И пойдем добьем этого орка. Так, вторжение. Иди сюда, родной. 60 тысяч мощей, тем более их трое. Салаги. Так. Хотелось бы сходить вон в ту пещеру, которая впереди, ребята, стоит. Посмотреть, что там вообще происходит. Так. И последнего мага ухоркали. Все, ребят, вторжений больше нету. Просто будем сейчас бить игроков. Так, что у нас там в сундучке? Так, иди отхилься вначале. Отлично. Ну, ресурсы стопудово. Как пить дать? Ну, так оно и есть. Ладно.
И все и так у нас идет нормально, поэтому нечего переживать. 202 тысячи яблок у меня. Я считаю, что это хорошо. Давайте приступим, ребята, к рейджу. Ух, шикарно, да что такое, что заикается, а? И этого мы тоже без проблем разбираем. Два воина и два мага. Почему они выбирают именно такую формацию, я ума не приложу. Неужели они думают, что воинами смогут хорошо противостоять магам? Лучше бы он поставил даже, пускай, арбалетчика, но не двух воинов. Или хотя бы не магов, которые боевые, а хилов. Тогда да, эффект был бы нормальный. Ну, а тут он, как видите, упал. Замечательно. Деньги растут, дерево растет. Я уже практически на запас себе накопил. Потом, естественно, я это все применю в дело. Сколько у нас будет делаться этот тронный зал, я не знаю, не помню. Но это мы посмотрим уже, как ближе к телу будем. Прогресс. Неужели никакого прогресса мне не дадут, а, ребята? Приговор воинам. Так, еще 15. И здесь, да, многовато, многовато мне еще бомбить. Наверное, не успеем мы заработать здесь прогрессик. Хотел сундучок еще лишний на халяву урвать, но не получится, по всей видимости. Так, Сэм. Ну, Сэм пока подождет. Зик. Брэндон. Так, ну давайте вот с этого начнем, наверное. У него все-таки 60 тысяч золота, хотя дерева не так уж и много. Ну, здесь, естественно, тоже разбиваем, потому что он вообще хиленький, у него даже броня еще. Еще у меня такие пацаны в детстве носили подштаники и костюмы. Так что здесь без проблем все будет. Да что такое-то, а? Что? Давай. Отлично. Смотри, ну стоят, ребята. Ничего не скажу, но тем не менее то же время падают. Все, последний остался. Завалили сундук. Ой, какой, блин, сундучок. Я уже как с орками. 60 тысяч золота, 24 тысячи дерева. Отлично. По деревьям уже все практически. Нет, там еще 640 вроде надо. Поэтому нам буквально чуть-чуть осталось. Сейчас они... А, они уже у меня отхилились, елки-палки. Не успел их поставить. Ну, видимо, не настолько был мощен урон. Так, и этот у меня тоже. Все, возвращайся. Давайте еще кого-нибудь выберем. Давайте с Брэндона начнем, наверное, или с Зига. Вот, с Зига, наверное, потому что у него побольше дерева. Так, что такое? Да, будем. Почему у меня не все? Все у меня там нормально. Если там какой-то микродос недолеченный, это ничего страшного. Опять же, смотрите, ребята, опять же у него два воина. Ну, на этот раз у него хил или рез. По-моему, у него резерщик. И все, упали воины. Соответственно, падает маг следующим. Ну, а лучник сам за себя уже постоять не сможет. Хотя он там что-то уворачивается, но это его не спасает. Все, упал. Да, нехило я тут назарабатывал себе ПВП очков. Уже за 2000 переплюнул. Это плохо, ребята. Это очень плохо, надо будет потом как-то скидывать их. Так, деревяшечки забираем. Улыбочки. Тут тоже улыбочки. И вроде бы пока на этом все, да? Яблочки еще немножко есть. Так, ну а манны у меня полным-полно. Вот ее надо будет, конечно, потом куда-то обязательно тратить. Не зря себе сделал эту магическую фигню. Ну, еще не сделал, она делается. Ну, через сколько? Через двое суток, грубо говоря, она будет готова у меня. И тогда у меня манны хватать не будет вообще ни на что. Потому что там прапаем пока всю магию. Очень много манны уйдет на это. Так, ну что ты там, дорогой, еще долго будешь у меня там таблетки-то жрать? Так, давайте глянем. Вот, тронный зал, 1 600 000. А, 1 600 000 и 680. Ага, 1 600 000. Не будет она делаться у меня 2 дня. Я думал, будет намного дольше. Так, мастерская брони, оружие. Это, в принципе, могу я прям хоть сейчас заряжать. Но, опять же, вам говорю, нет у меня работяг. Все рабочие заняты. Один казармой, другой магической этой фигней, школой
Ну что же, давайте тогда, ребята, пойдем с вами далее. Сэм. Давайте замочим Сэма. 22 тысячи, что-то вообще. А, у него здесь один воин стоит. Почему он одного воина оставил? Тогда уж вообще бы никого не оставлял. Ну ладно, упал. Если ты поставил на прокачку, так убирай тогда и этого. Ну что же, я думаю, ребята, что все. Остался один враг, давайте полностью зачистим карту. И, наверное, все на этом. Больше мы здесь ничего сделать не сможем, потому что не пофармить, не повоевать, ничего. Пустая карта. Ух, как все тут быстро у нас идет, ребята. Да, моментально. Все, разбомбил. Ну, а арбалетчик нам не помеха. Отлично, все. Получаем свои денежки, свое дерево. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Пропаем тронный зал, и все будет в шоколаде. Ну что же, на этом все. Всем пока, ребята. Удачи, до новых видосиков.